Благослови, душе моя, Господа, благословен еси, Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в пятницу за богослужением читается Евангелие от Луки, глава 12, стихи с 12 по 18. Послушаем это евангельское зачало на церковно-славянском языке. Во время оно приступлюше ко Иисусу оба на 10 ученика Его, рекоши ему, отпусти народ, дошедшего окрестные веси, и села витают и обрящат брашно, яко сде впусти мести и смы. Рече же к ним, дадите им вы ясти, они же реша несть у нас вяще, токмо 5 хлеб и рыбе 2, аще уба не шедшим и купим во вся люди сия брашно. Беху бо мужей, яко 5000, рече же к учеником своим, посадите их на купы по 50, и сотвориша тако, и посадиша их вся, приим же 5 хлеб и обе рыбе, возрев на небо, благослови их и преломи, и даяши учеником предложите народу, и ядоши, и насытишеся все, и взяши избывшие им укрухи, коша 12, и бысь всегда моляшеся един, с ним беху ученицы. Прочитаем вместе этот текст в русском синодальном переводе. «День же начал склоняться к вечеру, и, приступив к нему, 12 говорили ему, «Отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи, потому что мы здесь в пустом месте». Но он сказал им, «Вы дайте им есть». Они сказали, «У нас нет более 5 хлебов и 2 рыб. Разве нам пойти купить пищи для всех сих людей?» Ибо их было около 5000 человек. Но он сказал ученикам своим, «Рассадите их рядами по 50». И сделали так, и рассадили всех. Он же, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, и возрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели, и насытились все, и оставшихся у них кусков набрано 12 коробов. В одно время, когда он молился в уединенном месте, ученики были с ним, он спросил их, «За кого почитаете меня?» Ой, простите. В одно время, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их, «За кого почитает меня народ?» Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, посвящены чудесному насыщению 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбами. Это событие показывает нам, что всех, кто следует за Христом, отвергая себя, Он берет под свою сугубую опеку, не допуская, чтобы люди, верно Ему служащие, испытывали нужду в жизненно необходимом. После возвращения апостолов из проповеднического путешествия Христос удалился из Галилеи вместе с ними. Они переплыли на лодке на восточную сторону Тивериадского озера в пустынное место близ города Вифсаида, располагавшегося на востоке от впадения Иордана в Геннесарецкое озеро. Находясь в пустынном месте, где не было ни ночлега, ни пищи, апостолы с наступлением вечера обратились к Господу с просьбой отпустить народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи. Эти слова апостолов исполнены заботой о народе, который шествовал за Христом. Ефимий Зигобен замечает, день уже начал склоняться к вечеру, но сами они не вкушали пищи, так как усердие к слушанию пересилило голод.
Христос, желая поэтому насытить их чудесным образом, тоже ожидал повода со стороны их, чтобы не показалось, что Он спешит к совершению чудес, равным образом для того, чтобы, взалкав, они больше поняли чудо. Спаситель ответил: «Вы дайте им есть». Конечно, ученики удивились, а потому сказали, что у них нет еды, кроме 5 хлебов и 2 рыб. Видя маловерие своих учеников, Господь тотчас же доказывает им, что для Него нет ничего невозможного. Взяв 5 хлебов и 2 рыбы и воззрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. Ученики же увидели совершающееся в их руках величайшее чудо. По мере раздачи народу количество кусочков хлеба и рыбы не уменьшалось, а увеличивалось, и ели, и насытились все. Когда же по повелению Иисуса Христа стали собирать остатки хлеба, то наполнили ими 12 коробов. Коробами назывались те корзины, которые евреи брали с собой в путешествие для хранения пищи вместо походных сумок. Как бы ни были малы эти короба, очевидно, что нельзя было наполнить 12 коробов 5 разломанными на куски хлебами, если бы количество этих кусков не было чудесным образом умножено. Если мы постараемся глубже проникнуть в подробности этого чуда, нам, несомненно, приоткроется и его литургический характер. Здесь, в пустыне, Господь, взяв 5 хлебов, благословил их, преломил и дал ученикам. Разве не напоминают нам эти слова последования Евхаристии? Святитель Феофан Затворник пишет: «Чудное насыщение народа в пустыне, образ насыщения верующих во святое причащение пречистым телом и пречистой кровью Господа. Господь сидит особо. Народ рассажен рядами. Апостолы посредствуют, получают хлеб и раздают. Так и ныне верующие все разделены на группы, малые церкви, в которых Господь, невидимо присутствуя, раздает свое тело и кровь через апостольских преемников». В чуде умножения хлебов нам открывается подлинная тайна христианства – путь жизни, где Господь дает с избытком. Разумеется, христиане не могут быть равнодушными к физическому голоду своих ближних, на что и указывает нам Господь словами, обращенными к апостолам, то есть к Его возлюбленным ученикам: «Вы дайте им есть». Но больше, чем в насыщении чрева, наши ближние нуждаются в насыщении души хлебом небесным, который и есть пречистое тело и честная кровь Христова. И задача, которая стояла перед апостолами, неизбежно встает и перед каждым из нас, дорогие братья и сестры. Не отвергать алчущих истины, но, приводя их ко Христу, насыщать их духовной пищей, делясь и своим насущным хлебом, служа ближнему, по примеру Христа. Помогай нам в этом, Господь. Благослови, душе моя, Господа, благослови.